Татьяна Веденеева, которая на протяжении многих лет была лицом программы «Спокойной ночи, малыши», выглядит намного моложе своего реального возраста. Этим летом звезда советского экрана отметила 65-летие. А вот, глядя на снимок, который она на днях разместила в сети, просто невозможно поверить, что ей больше 50 лет. 2 года назад Веденеева завела страницу в соцсетях, где публикует кадры из личной жизни. Правда, ведет свой микроблог она нерегулярно. Накануне ей даже пришлось извиняться перед подписчиками за долгое отсутствие в режиме онлайн. «Извините, что так долго не появлялась. У меня что-то случилось с Инстаграмом и не хватало времени заняться этой проблемой. Сейчас, наконец, снова всех вижу», — обратилась к своим фанатам Веденеева. Новый снимок Татьяны собрал сотни восхищенных комментариев. «Как раньше я смотрела восхищенными глазами, так и сейчас любуюсь вашей красотой, как всегда эталон женственности, умная, эффектная, проницательная. Браво, Татьяна!» — восторгаются пользователи сети красотой Веденеевой. Артистка не скрывает, что пользуется достижениями современной косметологии, но кроме этого, она строго следит за своим питанием и часто отказывается от машины в пользу пешей прогулки до работы.